Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решил для вас снять мини-видео, в котором я расскажу, как можно сделать коротковолновый приемник своими руками. Вот так вот это выглядит схемка. Как видим, схема несложная, без микросхем. Вот антенна, переменный резистор, переменный конденсатор и наушники. Такую замечательную схемку я нашел на одном очень хорошем канале – Panzer Ten TV. Канал хоть и молодой, но контент очень интересный и познавательный. Различные эксперименты, самоделки, электроника. Одну самоделку я его решил повторить, а именно КВ-приемник. Автор подробно рассказывает работу данной схемы. Он сделал этот КВ-приемник в корпусе и солнечной панелью. То есть у него получился вот такой вот энергонезависимый КВ-приемник. Рекомендую подписаться, ссылка будет в описании. Вот схема этого автора. Как видим, это у нас солнечные панели. Этот диод нужен для того, чтобы с солнечных панелей в аккумулятор заряд шел, а наоборот с аккумулятора в панели не шел. Это у нас двухкаскадный усилитель звука. Вот это сам аккумулятор на 1,2 вольта. У меня схема будет работать от 3,7 вольта. Это у нас двухкаскадный регенератор частоты. R4 у нас регулирует обратную связь, VD1, VD2 являются детекторами. С них сигнал идет на двухкаскадный усилитель звука, динамик или наушники. И сама катушка имеет 36 витков диаметром проволоки 0,35. Диаметр самого каркаса 1 см. Вы можете сделать двухдиапазонный КВ-приемник, то есть сделать две намотки. На одной будет 36 витков, на второй 18. Диаметр проволоки я использовал 0,44 мм. Вот, мотаем виточек к виточку, как показано на видео. У меня получилась вот такая вот катушка и вот такая вот сама палатка. Как видим, вот это у нас на картоне проволока, это является антенна. Она должна быть длиной от 5 до 10 метров. Я сделал антенну длиной в 7 метров. Сейчас разматываю и включаю конструкцию. Дальше слушаем, что у нас получается. Когда я добавляю заземление, то есть касаюсь пальцами к среднему выводу реостата, у нас звук усиливается в разы. А когда заземление убираю, звук становится хуже, но при этом увеличивается количество радиостанций. Ребят, но если у вас есть постоянные проблемы с поисками нужных транзисторов, рекомендую вам купить вот такой вот набор. Здесь 200 транзисторов, 10 разновидностей, по 20 штук каждый. Резисторы 600 штук, 30 номиналов. Ну и советую купить вот такие вот макетные платки. Ссылка на компоненты будет в описании. В этой схеме VD1, VD2 я заменил на 1N4148, а все транзисторы заменил на 2N3904. Дальше идет демонстрация работы данного устройства. Попрошу вас звук сделать погромче. Сам приемник я сделал без солнечной панели.